Все, больше никто там не вылезет. Да их все больше и больше. Они все борзее и борзее. Слушайте, они еще убивать очистки. Я вижу, что они собираются делать, а вижу, что они задумывают. Они собираются меня убить. Что за странные звуки? Нехилая локация по размерам. Портальная, я имею в виду. Обычно портальные локации, они маленькие. Так, а вот это меня может ваншот неспокойно, я думаю, потому что они здесь какие-то сильные вообще. Давай крит ему втаскивай. Вот мне кажется, насчет того, что они сильные, потому что их много, может быть. Поэтому мне так кажется. Блин, а я отовсюду лезу, черти! Главное, чтоб в кучах стояли все и все. Тогда их можно будет ваншотить, в принципе. Теоретически чистая. Не хочешь спрыгнуть? Хочешь спрыгнуть? Неправильное решение, неправильное желание. Приведшее тебя к смерти. О-о-о! Их много, это видно. Чуть не потерял все свое бабло только что. Чуть не откинул копыта. Ну давай, крит, 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 как остров, крит. Ну давай же, критический удар. Как мне наверх подняться? Как не подняться туда, интересно. А, здесь есть проход. Сложная архитектура уровня, довольно-таки, получается, отлично. Но зато я нашел что-то легендарное, что-то немножко легендарное, да. Стойкость плюс 30 дает неплохо здоровье, я, видимо, так считаю. Так, здесь точно тупик, да? Здесь ловить нечего. Можно, в принципе, пойти вот так вот. А нет, здесь нельзя пройти. Ключенька, вот там маленькое соединение такое, но, к сожалению, это обман. Зрения никакого соединения там нету. Прокачиваю ману еще немножко. И... шоковая граната. Я не знаю даже, что мне использовать. Было бы здесь еще на боковые кнопки мыши и на колесико нажатие. Как в Pass of Excel. Там на боковые кнопки нет, а вот на колесико есть. Навык можно закрепить. А так я даже не знаю. Так. Расстрел. Так, шоковая граната. Вы бросаете гранату, взрыв, который наносит урон электричеством и оглушает врагов в радиусе 4 метров. Для двух дополнительных гранат требуется один заряд. Понятно. Ну, давайте этот парень прокачивать. Хотя гранату было бы неплохо тоже прокачивать, но это потом как-нибудь подождет. Пока буду прокачивать то, что мне уже известно. То, что я могу уже 100% использовать. С пользой для себя. Спокойно, спокойно. Ну, что вы такие мелкие? Куда вы претесь вообще? Так. Напоминает какой-то Гитлер-Югенд, блин. СС. Какая-то мелочь пузатая прет, блин, против прошедшего всю Европу. Ветерана уже, можно сказать.
Они тут в Берлине отсиживаются и выходят из своих домов такие... А, я тебя убил! Ой! Где мои ноги? Еще порция таких же упорков. Ну, давайте, пробуйте, дерзайте. Постоянно, кажется же, здесь написано не рукавица, а рука-лицо. Почему бы это? А ты у нас большой, смелый, сильный и вонючий. Тебе не помешает крик, парень. Вот такой вот, например. Опс, опс, вот это вот не смешно. Вот это не смешно. Вот это не смешно, видели? Сразу питомца мы его нагнули. Тихо. Вот этого парня мне надо вызвать. Не на того тратишь, блин, время своей долбанной жизни. Очень короткое и небольшое. Этих мессии. Немножко потанковал. Да, вот так вот правильно. Давай по голове им, их наглой. Амулет. Осколоком берита. Так, что у нас там? Коготь, говорите, не нужен мне ваш коготь. Подавитесь вашим когтем. Все остальное, в принципе, можно брать. Спокойно, вполне. Так. Осколок, осколок ледяного имбирита. Пару сундуков. Отвалите. Отвалите. Там какой-то наглый арбалетчик. По-моему, арбалетчиков я раньше даже не видел. Или мне кажется. Так, что у нас здесь? Мана. Ледяной амберит. Все, наверное, все. Да, здесь всю локацию я прошелся. Кристаллов здесь вроде нет. По крайней мере, не заметил. Собрал, наверное, 1005 золота, если не 10. Да, 5000 золота примерно собрал. Так, сюда я ходил или не ходил? Да, судя по всему, я ходил сюда. А, ну да, здесь спуск. Так, так и так спуск. Ну что ж, нам нужно исследовать оставшуюся часть локации. В надежде найти все-таки дурацкие кристаллы. Оп! Еще один, и осталось последний найти. Ни в коем случае нельзя пропустить ни черта. Абсолютно непростительно будет, если я пропущу последний кристалл. Он должен быть где-то поблизости, я думаю. Мелочь, ну куда вы претесь? Я вас даже не могу рассмотреть. Даже по сравнению с собакой моей вы абсолютно мелкие. Ловушка. Опять? А ты что? Что? Жилет Вассермана? Для всего найдется карман. Приколисты, а? Приколисты. Калисты, ладно, это в сундук. Я же не могу продать жилет Вассермана, слушайте.
что вдруг поздно ночью ко мне явится Вассерман и спросит: где же мой жилет? Ты что его, скотина, продал? Там же было 1000 карманов. Теперь ты расплатишься своей душой за то, что продал мой жилет. Отправляйся в ад. Тебя будут окружать абсолютно тупые люди целую вечность. Помучаешься, короче говоря. Поэтому я лучше положу-ка в сундучок этот жилет от греха подальше. Да, переводчики поприкалывались, конечно, поприкалывались. Интересно, что было в оригинале написано? Какая фамилия, или даже, может быть, не фамилия? Глубокую могилу. Хорошо, что не глубокую глотку. Хотя бы это меня радует. Чего они так спокойно входят? Я просто путаю их со своим хиллботом или с кем-нибудь. Зомби. Пример такого же цвета еще вдобавок. Только фигово их видно очень. Спокойно, парень. Да я почешу свою руку. Да подохни ты уже! Где кристалл? Я зайду с ума, если не найду четвертый. Вот он, отлично. Тихо, не смешно. Не смешно. Давай. Вы должны всех победить. Спецназ! Берем кристаллиус. Что там, тех замочили? Чего не можете их убить даже? Это смешно. Это уже такое до смешного. Так, все, нам осталось только подняться. Для этого нужно все это обойти. На 100% причем обойти. Ну давай, давай, господи, где тут начало-то долбанного алтаря? Фиг знает кого. Меня тревожит только одно, я не смогу сейчас вызвать моего громилу. Ну ладно, это не страшно. Людка вызовет скелетов, я думаю, что это нам поможет продержаться какое-то время. Я думаю, ничего хорошего сейчас не вылезет на поверхность. Такс. Какой-то элементаль, наверное, вылезет. О, пещера? Или что? Ну окей, зайдем. На реки. Опять грибы. Гномов убили грибы? Или что? Я что-то не понимаю. На что намек? Они еще и взрываются опять же. Чертовы уроды. Идите отсюда. Да замочите вы главный гриб.